свободный пресс. Если я где-то увижу свою фотографию... Постойте спокойно. Не, я спокойно стою. Я говорю, если я увижу где-то свою фотографию, ты своим фотоаппаратом будешь, блядь. Снимай, спокойно, снимай. Спокойно. А что произошло? Расскажите. Человек находится в состоянии... по всей видимости прохождение метод свидетельства не отказался, составили шпанитые протокол, инспектора отправляют, сейчас эвакуатор, документы у человека. А у него машина была? Да, машина была. Что ты, блядь, здесь? Слушай, ты здесь, блядь, прямо охуевший, блядь. Прям при винтах, блядь. Ну что тебе здесь надо-то? Успокойтесь. Ну иди, что здесь надо? Да подожди ты. Успокойтесь, не надо, господи. Нормально себя ведите. Чё? Нормально я себя веду. Ну, так а чего вы к человеку пристаете? Я? Мне никто не угрожает. Да. Вот при полицейском говорю, тебе никто не угрожает. Да. Кирпичи падают, они сами посидят. Это недосмотр, у вас же коврики никто не выворачивает. Кто хотел спросить, распространяете, да? Жильцов на квартиру. Хотите, пожалуйста, подключаем то же самое. На дачу везут? Да нет, работаем. На стоянку кто будет платить? Ну а кто ее? Конечно я. Убери этого придурка, бля, я вот сейчас дробну нахуй. Подожди ты, а! Подожди немножко! Николай, подъехать собаку. Нормально ты не мог! Собаку возьмите! Нихуя не ровно! Нормально, подъедь! Зачем ты?
Ты что делаешь, снимать? Снимать!